В жилые дома областного центра продолжает поступать тепло. По данным на 14 октября к теплоснабжению подключили большинство многоквартирных домов города и социальных учреждений. Ситуация с проблемными объектами на особом контроле решается на уровне мэрии Самары. Когда устранят недочеты, как идет работа по обращению граждан на горячую линию и скоро ли тепло придет в каждый самарский дом, рассказала в интервью телеканалу «Самара ГИС» глава города Елена Лапушкина. На сегодняшний день, вот буквально на 3 часа дня, по информации, представленной нам, подключено чуть более 98% многоквартирных домов. Безусловно, есть проблемы, есть достаточно сложные перекладки, есть повторные порывы. Вот только сейчас закончилось совещание с главами внутригородских районов, проводили штаб, где главы отчитывались и по подключению многоквартирных домов, по подключению объектов социальной сферы, по проблемным вопросам и по работе с обращениями граждан, по отработке этих обращений граждан. Безусловно, в ежедневном режиме с утра до вечера контролируем это все. Надеюсь, что в ближайшие дни все подключения мы завершим. Яна Владимировна, по горячей линии сейчас идет работа? Безусловно. У нас звонки поступают на горячую линию департамента, на горячую линию внутригородских районов. Мы очень активно просматриваем все социальные сети. Каждое обращение стараемся отработать, стараемся разъяснить. Надеюсь, что люди видят обратную связь.